двухсторонний фрезерный станок для обработки хромокламелей. Значит, что тут у нас? Два фрезерного узла, прижимные ролики приводные и механизм подачи с накопителем. Вот, то есть они пачкой укладываются сюда и будут по одной заготовочке из накопителя подаваться и обрабатываться. Сейчас запустим станок и посмотрим, что получится. Сейчас запустим ламели на высокой скорости. Посмотрим, что получится. Так, вот ламели прошли на максимальной скорости у нас. Такая кромочка получилась. В общем-то, понятно.